Крайне неудачная попытка обратить на себя внимание обернулась для водителя автомобиля Toyota Corolla привлечением к ответственности за перевозку людей вне кабины. В воскресенье в центре Чебоксар многочисленные прохожие наблюдали странную картину. Легковой автомобиль с ванной на крыше, а в ней молодая женщина в купальнике. Вскоре на парковке сотрудники ГИБДД задержали нарушителей спокойствия и отвезли их в отдел полиции. Водителя автомашины привлекли к административной ответственности. В отношении 33-летнего водителя иномарки составлены административные протоколы за нарушение правил применения ремней безопасности, перевозку людей вне кабины автомобиля и управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена.